Всем привет! Всем привет, привет, мои хорошие! Сегодня у нас воскресенье, 21 марта. На улице плюс 9. Красота, все тает, тепло, хорошо. Такая вот у нас погодка. Грязь, конечно. Грязно очень. Так что как-то так, солнышка нету. Такая вот погодка. Ну и конечно же мы гуляем вместе с другом. Без него никак дела не делаются. Типа цончик наш. Харлик. Птичек слушает. Он любит это дело. Харлик. Харлик, пацан ты. Ветерок прохладный. А так тепло вообще, хорошо на улице. Класс. Вот еще недельку тепло вроде постоит, а потом опять до минус 16 обещают. Так не хочется. Говорят, что будет затяжная весна. Там ребятишки играют. Серо, хмуро все, конечно. Ну все, всем пока.